Вновь вернемся к старинной игре. Сколько раз пацанами, девчонками вечерами трясли во дворе тот заветный мешочек с бочонками. Выпадало и это, и то, и игроков, и волнуя, и мучая. Наша жизнь — это точно лото, но не все в ней зависит от случая. Удача, удача, а как же иначе? Зависит от случая. В нашей жизни на каждом вершке неожиданность ждет постоянная, что отыщется в темном мешке. То ли любовь, то ли разлука нежданная, предсказать не сумеет никто. Где нам выпадет самое лучшее? Наша жизнь — это точно лото, но не все в ней зависит от случая. Удача, удача, бывает иначе, зависит от случая. Удача, удача, бывает иначе, надейся на лучшее. Нет, не стану я правду скрывать, прикрывать ее листиком фиговым. Кто боялся рублем рисковать, никогда миллион не выигрывал. Значит, времени стоит терять. Прорывается солнце за тучами. В общем, надо смелее играть. А удача зависит от случая. Удача, удача, а как же иначе? Зависит от случая. Удача, удача, а как же иначе? Зависит от случая. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие мои! Я от души поздравляю вас с 530-летием вашего славного города Чебоксары. За те несколько дней, которые мы здесь, мы просто влюбились в этот город и в вас, дорогие чебоксарцы! Удача, удача, бывает иначе, надейся на лучшее. Удача, удача, бывает иначе, надейся на лучшее. Здравствуйте еще раз, дорогие мои. Сегодня надейся на лучшее. Каждый, кто купил билет в телевизионной игры лотереи «Русское лото», мы начинаем первый выездной тираж телевизионной игры лотереи «Русское лото» здесь, в вашем замечательном зеленом городе Чебоксары. Я хочу вам представить моих ассистенток. Это Инна Семенова, топ-модель, лучшая девушка Чебоксар 99-го года, мисс Чебоксары. Ольга Михайлова, вторая моя ассистентка, одна из лучших топ-моделей вашего города. Приветствуем ее. Взгляните, взгляните на билет, который в руках у Оли. Он желтого цвета. Такие же билеты у каждого из вас, дорогие телезрители. Те, кто купил билеты выездного тиража в Чебоксарах. И у вас здесь, сидящих на стадионе. На нем надпись «Стадион Олимпийский» 12 августа 1999 года. Ровно в 17 часов мы начали наш праздник, и в 18:10 мы вышли в эфир здесь, по республике. Я с удовольствием представляю вам членов тиражной комиссии, которых прошу пройти ко мне сюда. Это заместитель министра по физической культуре, спорта и туризма Людмила Федоровна Чижова. Ваши аплодисменты, Людмила Федоровна, вот она уже здесь. Людмила Федоровна, оставайтесь на своем месте на одну секунду. Представитель телевизионной игры лотереи «Русское лото» в Йошкар-Оле Басин Валерий Львович. Валерий Львович, вот он там. В прошлом году мы играли в Йошкар-Оле, и ему так понравилось, что сегодня он приехал сюда к нам сыграть с нами еще раз. И одного члена тиражной комиссии мне бы хотелось здесь с трибун, наблюдателя настоящего непосредственного человека. Лучше, вот я, да, лучше, ну как, мужчина или женщина, давайте быстро решим. Женщина, правильно, молодец, правильно, женщина. Да, правильно, пусть лучше. Давайте красивую женщину из города Чебоксары. Да, вот это,
Ну, это она вам нравится, конечно, конечно. А что ж, хорошая, красивая, да. Вот, подняла руку вот девушка, сидящая здесь. Давайте, повернитесь к трибунам. Вот, красивая, в белом пиджаке. Аплодируем, давайте ей. Идите сюда, мы сейчас вас с вами познакомимся. Прошу сюда, членов тиражной комиссии. Валерий Львович, прошу вас сюда. Как вас зовут? Идите ко мне сюда скорее. Мы сейчас вас внесем в протокол. Как вас зовут? Чунаева Ирина. Ирина Чунаева, где вы работаете? Республиканский дом образования. Дом образования республиканский, отлично. Здесь Чувашия, аплодируем третьему члену тиражной комиссии. Я прошу вас внимательно осмотреть наш игровой снаряд. Вот здесь Валерий Львович, он все знает, он вам объяснит. Здесь все номера от 1 до 90. На стадионе сильный ветер, нас всех сдувает, поэтому телезрители и все, кто здесь... Я заранее прошу прощения, буду повторять все очень громко, но ветер задувает. Вот, это в микрофон прямо дует. Все номера с 1 до 90. Проверьте наличие вот здесь каких-то, любого бочонка, который выберете, все ли одинаково с двух сторон. Если все в порядке, вы можете переставить бочонки в любом порядке. Я только хочу обратить внимание на то, что есть наши счастливые бочонки. Вот. Я прошу вас быть вместе с нами, наблюдателем. Это еще один член тиражной комиссии. Это очень хорошо, если вы будете с нами. Несмотря на то, что вас здесь зачеркнули, я все-таки прочту. Заместитель руководителя Республиканской государственной налоговой инспекции Аркадий Аверькиевич Дергачев. Правильно все? Аплодируем. Я прошу вас дружнее к нам. Нам очень важно, чтобы и с налоговой, с точки зрения налоговой службы все было в порядке. Здесь есть счастливые номера для нас. Это 11, барабанные палочки. Вы знаете, это наш счастливый номер. Номер 45, Ленинский проспект 45. И много есть счастливых номеров, которые здесь приготовили для вас работники спортлото. Наши представители в Чувашии. Здесь наши представители русского лото в Чувашии. Перемешайте все бочонки. Я тем временем передаю слово нашей компьютерной группе. Говорит Галина Афанасьева. В специальном выездном тираже, проводимом в городе Чебоксары, принимают участие 50 564 купленных вами билета. Общий призовой фонд игры составил... 252 820 рублей. Да, вы недаром аплодируете, потому что все эти средства будут сегодня, весь призовой фонд будет разыгран, потому что в тираже участвуют только купленные вам билеты. Вот мешок подставлен нашей тиражной комиссии. Валерий Львович дергает за спусковой крючок, и все в порядке. Вот мы засыпаем бочонки в мешок, надо не просыпать. Вот какая у меня тиражная комиссия хорошая, они все совсем сами справляются. Спасибо вам большое. Вот все здесь чисто, все в порядке. Я прошу тиражную комиссию туда к протоколам. Прошу в протоколах фиксировать все номера, которые будут появляться. Их порядок меня очень интересует и всех нас, потому что будет в прессе опубликована наша тиражная таблица. Сейчас кого-нибудь поздоровее из мужиков я прошу ко мне. Помогите перемешать. Ну, давайте, ребята, вы при исполнении служебных... Ну, дубинку-то брось. Дубинку. Ну, ладно. Вот так. Только вот здесь зажмите, чтобы не просыпать. Вот так вот. Очень хорошо. Так, мешок не пора. Еще. Потому что самое главное, говорит, ты мешай. Мужик, мне все время письма такие пишут. Ты мешай, мы на деньги играем. Давай перемешивай. Все в порядке? Очень хорошо. Ну что ж, дорогие мои, игра наша народная. Мы народ не боимся, наоборот, мы его любим и знаем. А народ знает и любит нашу игру, которой в октябре будет ровно 5 лет после выхода в прямой эфир на канале РТР. Я буду наугад подходить к кому-нибудь из вас. Оставайтесь на местах, пожалуйста. Я вас очень прошу. Прошу ко мне ассистента с микрофоном и Инну. Инночка, давай сюда. Вот, правильно, открывают. Кому-нибудь подойду. Вы давно играете в русское лото? Ну вот, очень хорошо. С вами мы и начнем. У вас билет есть? Где он там? Да не проездной. Вот он. Итак, будьте внимательны, зачеркивайте в своих билетах. Мы начинаем игру в первом туре.
Призовой фонд первого тура 2528 рублей. Призовой фонд первого тура 2528 рублей. Мы начинаем игру. Один бочонок из мешка. Номер 17. Номер 17. Зачеркивайте в своих билетах номер 17. Номер. Михаил Борисович. Номер 42. Номер 42. Номер 4. Буду повторять. Ветер очень сильный на стадионе, уносит звук. Номер 4. Запишите в своих билетах. Номер 4. Номер 4. Номер 4. Это счастливое число нашего сегодняшнего розыгрыша. Цептер дает приз на этот номер. Это кухонные принадлежности. Одну минутку. У нас... Я прошу сейчас зачеркнуть номер 13. Номер 13. Номер 13. А номер 4 – это счастливый номер. Дело в том, что ровно 4 года здесь, в Чебоксарах, работает фирма «Цептер». Это... Швейцарский комплекс передовых технологий. Жизнь – это самое ценное, во что стоит вкладывать деньги. Фирма «Цептер» 4 года работает в Чувашии. Фирма «Цептер» учредила специальный приз для игрока, который вытащит счастливый бочонок номер 4. Это кухонные принадлежности. Вот они для вас. Игрок, который вытащил предыдущий номер. Номер 4. Я поздравляю вас от души. Номер 13. Игры не играют. Номер. Номер 46. Номер 46. Номер 86. Номер 86. Внимание! Среди играющих билетов 4 билета, прошу прощения, 9 билетов имеют по 4 совпадения в одной горизонтальной строке. Внимание! Появились 4 из 5 в одной строке уже зачеркнуты. Есть на стадионе игрок, у которого есть... билет, в котором 4 номера из 5 зачеркнуты. 4 номера из 5 уже зачеркнуты. 4 номера из 5 в одной строке. Посмотрите внимательно. Таких билетов 9. Сейчас компьютерная группа объявила. Компьютер внимательно отслеживает, есть ли такой билет, есть ли такие билеты. Поднимите, встаньте, поднимите руку, встаньте, пожалуйста, у кого есть. Есть у вас? У вас есть такой билет? 4 номера из 5 в одной строке. Да? Идите к нам сюда. Идите к нам сюда. Вот сейчас один из этих 9 оказался на стадионе. Это очень интересно. Давайте к нам быстренько. Может быть, еще кто-то есть, но будьте внимательны. Мы сейчас проверим. А мы тебе не верим, траля-ля-ля-ля-ля, а мы тебя проверим. Вот сейчас мы проверим, где ваш билет. 4 из 5 в одной строке, да? Вот, действительно. Вот, посмотрите внимательно. Вместе со мной. У него зачеркнуты 17, 4, 42 и 86. Были эти номера? Да.
Очень хорошо. Вам сейчас предоставляется возможность. Если вы вытащите номер, какой вам остался? Ему нужен 72-й номер. Если он его вытащит, он сам и выиграет. А что, это справедливо? Пусть попробует, правильно? У вас есть предчувствие, что вы вытащите то, что вам надо? Нету? Может, кому-нибудь доверите? Вот ей? Ну, знает Куба, не дура, кому доверить. Давай, Инна, только не... смотри на него. Смотри на него и вытащи ему. Бог мне. Пусть выиграет. Номер 89. Номер 89 лидирует 15 билетов. 15 билетов. Вы остаетесь, вы в числе. Вот здесь я прошу вас, останьтесь. Потому что, может быть, кто-то вот из сидящих здесь женщин жалится над вами. Мы продолжаем игру в первом туре. Номер 34. Номер 34. Стоп-игра! Стоп-игра! Это не ваш номер, к сожалению. Первый тур выиграл один билет. Его выигрыш 2528 рублей. Если на стадионе обладатель этого билета, если на стадионе обладатель этого билета, счастливый бочонок, которым закончилась игра в первом туре, вы вытащили. Это ваша дочь? Племянница, очень хорошо. Потому что загородное детское оздоровительное учреждение «Белые камни» учредило приз для игрока, который вытащит счастливый бочонок, номером которого закончится игра в первом туре. Вы получаете путевку для своей племянницы на 10 дней в «Белые камни». Вот этот приз. Мы поздравляем вас. Спасибо. Ну что ж, дорогие мои, вы, это ваш билет, да? Вы выиграли. У вас в одной строке зачеркнуто? Льготный билет? Нет, здесь льготный, нет, к сожалению, у нас льготного ничего нету. У нас только удача. Удача посещает тех, кому сегодня повезет. Вот и все. Я прошу нашу компьютерную группу объявить призовой фонд второго тура. Первый тур разыгран. Призовой фонд второго тура 5056 рублей. Подождите, к нам идет человек. Это вы? Да, идите сюда. Вот он я. У него в одной строке зачеркнуто 4, 17, 34, 42 и 89. Компьютерная группа, вы можете назвать нам номер выигравшего билета? Его номер 2013-166. Вот он, обладатель этого билета. Его номер 2013-166. Посмотрите внимательно. А вы уже успели порвать свой билет? Ну, ничего страшного. Вот он, билет, который объявила компьютерная группа. Вот так в миниатюре во всей России происходит игра. Только здесь она сейчас на стадионе, и нам повезло. Назовите себя. Гера, очень хорошо. Гера, идите к нам сюда. Нам очень повезло. Обладатель первого выигрыша, первого тура, он здесь с нами. Вот он, его номер, билет. Я хочу показать телезрителям. Вот номер билета. Вот он, его билет. Он только что выиграл в первом туре. Сумму около 2500 рублей. Гера, мне хочется вас от души поздравить и вручить вам призы от нашей телевизионной игры лотереи «Русское лото». Конечно, самым главным призом остаются деньги, которые вы выиграли. Вы их получите. Начнется выплата. Наши представители в Йошкар-Оле объявят, где и когда начнется выплата. А здесь я вам даю нашу майку с логотипом телевизионной игры лотереи «Русское лото». И давайте поаплодируем человеку. Ему сегодня повезло. Первому здесь на стадионе. Итак, будьте внимательны, потому что если бы Гера подошел раньше, он бы сам мог испытать свою судьбу. Ну, ничего страшного, давайте мы продолжим игру. Продолжим игру. Сейчас мы начинаем игру во втором туре. Вот девушки тут красивые сидят, ручку тянут. Давай. Номер
номер 87. Номер 87. Номер 87. Давайте. Номер 76. Номер 76. Зачеркивайте в своих билетах номер 76. Я хочу туда подняться повыше, а то они думают, что я до них не дойду. Давай. Номер один. Номер один. Номер один. Номер один. Это счастливое число нашего сегодняшнего тиража. Если вы хотите попасть в восточную сказку, посетите кафе «Палестина». Это экзотический кальян, арабский кофе и многое другое. Адрес: улица Урицкого, дом 1. Кафе «Палестина» учредило специальный приз для игрока, который вытащит счастливый бочонок номер один. Это миксер от кафе «Палестина». Счастливое число! Номер 14. Я буду много раз повторять. Номер 14. Ветер уносит наши слова. Номер 69. Туда-сюда, правильно, туда-сюда. Номер 69. Номер 69. Это счастливое число нашей сегодняшней выездной игры, потому что компания Coca-Cola учредила специальный приз для игрока, который вытащит этот счастливый бочонок. Вы получаете... Естественно, Кока-Колу и аудиоплеер от фирмы Кока-Кола. Вот сейчас наши футболисты доставят этот приз, а мы аплодируем игроку, который вытащил счастливый бочонок аудиоплеер от Кока-Колы. Я говорю, мешок не порви. Номер 68. Номер 68. Номер 18. Номер 18. В жизни раз бывает 18 лет, Инна, правда, да? Номер 8. Обручальные кольца номер 8. Номер 8. Номер 16. Номер 16. Номер 16. Видите, номер 16. Бабушка, давайте. Это игра наших бабушек и дедушек. Номер 9, точка внизу. Номер 9. Ну, подойди, подойди, ну что ж ты. Номер 7. Номер 7. Товарищ капитан, пусть вытащит. Номер 81. Номер 81. Он говорит, как усатый усатому, давай. Номер 78. Номер 78. Номер 54. Номер 54.
номер 30. Номер 30. Номер 30. Это очень счастливое число для нашего сегодняшнего тиража. Во-первых, Чебоксарам исполнилось 530 лет. 530, заметьте. 30 – это очень счастливое число для здоровья. Небольшой аппарат лечит более 30 болезней. Это аппарат МАК-30, дипломант конкурса «100 лучших товаров России». Его исполнитель Елатомский. Елатомский? Или Елатомский? Елатомский. Приборный завод уже 30 лет своими медицинскими аппаратами лечит всю страну от многих болезней. Медицинский аппарат МАК-30. Счастливое число в ваши руки. Аппарат МАК-30. Давай. А также на номер 30 подарок от администрации города. От администрации города Чебоксары номер 66. Номер 66. Вот дедушка тут сидит. Дедушка, давайте. Конечно, про деда забыли. Номер 51. Номер 51. О, вот тут чувашский богатырь. Вон он. Номер 32. Номер 32. Дети, оставайтесь на местах. Ребята в азартные игры не играют. Номер 35. Михаил номер 35. Номер 35. Номер 35. Номер 70 ровно. Номер 70. Ну, естественно, я думаю, что все чебоксарцы знают, что летчику-космонавту Андрияну Николаеву исполняется 70 лет. В честь этого учрежден специальный приз организаторами нашего сегодняшнего выездного тиража. Вот он, приз, сейчас будет доставлен нашими юными футболистами на трибуну в честь 70-летия замечательного космонавта Советского Союза Андрияна Николаева. Приз, мы аплодируем, 70, счастливое число. От души поздравляю. Так, вперед, ребята. Можно, почему нельзя? Номер 29. Номер 29. Номер 29. Конечно, и вам, дорогие мои. Номер 48. Номер 48. Номер 48, половину просим. Ну, всю жизнь хотел, на! Номер 84. Номер 84. Очень сильный ветер на стадионе, поэтому я буду много раз повторять. Бабушка, давайте, давайте, миленько. О, наши распространители. Номер 80, бабушка. Бабушка, номер 80. Номер 80. Номер 80, бабушка, это счастливое число. Почему? Ну как почему? Потому что Coca-Cola учредил такой приз для игрока, который вытащит счастливый бочонок номер 80. У вас есть фотоаппарат? Нет? Сейчас будет. Фотоаппарат и Coca-Cola от фирмы Coca-Cola. Вот приз вам. Я от души поздравляю. Мы аплодируем бабушке. Бабушка, вот вам приз. Мы продолжаем игру во втором туре. Вот-вот-вот, девушка стоит. Вот она. Номер 82. 82.
82. Номер 82. Бабушка надвое сказала 82. Номер 67. Номер 67. Номер 72. Номер 72. Внимание! Внимание! Среди играющих билетов один билет имеет 14 совпадений из 15 в одной карточке. Будьте внимательны, у нас появился билет, в котором 14 номеров из 15 в одной карточке зачеркнуто. Может быть, этот человек на трибунах. Внимательно посмотрите свои билеты. Если есть, то быстро встаньте. Есть такой человек? Вот там вы. Идите сюда. Вот женщина там. Вы точно все зачеркнуте? Идите к нам, женщина. Все точно, не ошиблись. Потому что компьютер внимательно отслеживает все. Если вы где-то ошиблись, точно? Ну, несите ее сюда, женщину, она не может идти. Я понимаю, счастье иногда парализует человека. Идите сюда, красавица, идите к нам. Очень хорошо. У нас сейчас нет возможности... Осторожненько, осторожно, осторожно. Пропустите, вот она. У нас сейчас нет возможности проверить все билеты, конечно же, нет возможности такой. Ну вот, ну конечно же, 15 номеров в билете. В одной карточке. В билете это у многих сейчас. В одной карточке, в одной карточке. Здесь произошла ошибка. Не во всем билете. Билет это мы дальше будем играть. В одной карточке, вот здесь. В одной карточке, верхней или нижней. Я попрошу сейчас Ольгу Михайлову. Оля, покажи, где карточка. Покажите. Одна карточка, вот верхний прямоугольник. Вторая карточка, нижний. Нижний. Вот мне нужен игрок, у которого в билете одна из карточек почти зачеркнута. Остался один номер. Ну, возможно, он где-то далеко, не здесь, на стадионе, не здесь. Продолжим игру, продолжим игру. Вот мне хочется подойти вот к вам, давайте. Номер 50. Где наша камера, номер 50? Камеру покажите. Номер 50. Полста ровно, зачеркните номер 50 в своем билете. Прошу вас, давайте. Номер 15. 15, пятиалтынный. Номер 15. По-прежнему лидирует один билет. Один билет. Один билет. Вам, вам. Внучке не надо. Вот вы сейчас выиграете деньги и внучке купите что-нибудь, подарок. Давай, давай. Эфир прямой, времени нету. Давай, куда ты его бросаешь? Номер 65. Номер 65. Игровая ситуация не изменилась. Всего один билет, в котором 14 номеров из 15 зачеркнуты. Давай. Болгария? Оу. Номер 6, точка внизу. Номер 6. По-прежнему лидирует один билет. Один билет. Конечно, в него трудно попасть. Да. Стой, стой, стой. Из Болгарии приехали к нам? Город Монтана. Отлично. Номер 88, наш друг из Болгарии. Номер 88 лидирует два билета. Два билета. Конечно, конечно. Это не так просто попасть в эти два билета. Сейчас я иду туда, а то там обижаются на той трибуне. А нам нельзя обижать игроков ни на одной трибуне. Там нас ждут, там. Вот, мои дорогие, давай вот, девушка, иди ко мне. Да, да, да. Вот, хорошо. Бабушки, сейчас и бабушки, и дедушки. Номер 36. Номер 36. По-прежнему лидирует два билета. Два билета. Номер 36. Бабушки, бабушки. Где бабушка? Бабушка, давай. Вы бабушка? Уже прабабушка? Номер 31. Номер 31. Лидирует четыре билета. Вот хорошо. Четыре билета. Четыре билета, которых 15 номеров почти зачеркнуты. Один остался. Один всего зачеркнуть нужно номер. Номер 33. Номер 33.
лидирует 6 билетов. 6 билетов. Может быть, есть здесь на трибунах те, у кого 14 номеров из 15 в одной карточке зачеркнуто? Есть? Давай. Номер 45! Номер 45. Стоп-игра! Стоп-игра! Как тебя зовут? Второй тур выиграл один билет. Его выигрыш 5056 рублей. Давайте поздравим человека, который только что выиграл во втором туре. Я думаю, что если его нет на стадионе, он непременно видит нас по телевидению. Как зовут тебя? Ирина. А Ирина... О, вот он есть! А чего же вы сидели-то? Бегите сюда скорее. Замечательно. Повезло. Компьютерная группа, назовите билет, который выиграл во втором туре. 2057055. Правильно? Все правильно, смотрите. Абсолютно точно. Вот обладатель. Обладатель, счастливый обладатель приза второго тура. Вот номер его билета. Я прошу сюда нашу Майку. Дайте сюда нашу Майку. А вам вытащила счастливый номер. Вот эта девочка Ира. Ира, сейчас не могу рассказывать правила. У нас прямой эфир. Значит, пожалуйста, посмотрите на этого человека. Идите к нам сюда, Ира. Как вас зовут? Виталий, Виталий, Ирина вытащила вам счастливый бочонок. Вот вам майка с логотипом телевизионной игры лотереи «Русское лото». Вы выиграли денежный приз второго тура. А Ирина, она вытащила вам счастливый бочонок. Этот номер был 45. Это счастливый номер нашей передачи. Ленинский проспект, дом 45, Москва. Это наш адрес. Ирина получает холодильник от дирекции «Русского лото». А вот он, вот он, вот он твой холодильник. Ира, у тебя есть холодильник? Есть? Второй будет. Вот, Ирина. А Виталий, иди сюда. А победителю нужно в холодильник залезть. Я прошу вас сфотографироваться на память. Ну что ж, дорогие мои, вот такая наша игра. Вот такая наша игра сегодня. Счастье. Вот два жителя города Чебоксары принесли друг другу удачу. Давайте им поаплодируем от души. Я счастлив за них. Михаил Борисович, прошу вашего внимания. Номером 45 также закончился второй тур. Вот. Это приз для игрока, который вытащил бочонок, номером которого завершилась игра во втором туре. Тебе еще один приз, хотя, в принципе, вполне хватило бы одного. Поставь этот приз в холодильник, он твой. Вот здесь вот сиди рядышком, играй вместе с нами, рядом со своим холодильником. У нас прямой эфир, мы продолжаем игру. Мы продолжаем игру. Мы продолжаем игру в третьем туре. Мы идем дальше по трибунам. Я прошу объявить призовой фонд третьего тура. Призовой фонд третьего тура 7584 рубля. 7 тысяч, более 7500 рублей. Вот. Продолжаем игру, зачеркивайте в своих билетах. Номер 56, где наша камера? Номер 56. Номер 56. Номер 56. Вот наша камера сейчас работает. Покажем телезрителям, поверьте нам на слово, телезрители. Мы вытаскиваем на пера в окружении наших игроков. Номер 41. Номер 41. Номер 44. Номер 44. Зачеркивайте, номер 44. Номер 40 ровно. Номер 40. Номер 40 – это счастливое число нашего сегодняшнего тиража, потому что адрес фирмы «Цептер» – Московский проспект, дом 40.
Приз от фирмы «Цептер» – это сумка для вас. Фирма «Цептер», Московский проспект, дом 40. Счастливое число! Номер два. Номер два. Номер два – это счастливое число. Идите к нам сюда. Идите, я понимаю. Номер два – это счастливое число. И знаете почему? Потому что адрес ресторана «Чувашия», Ленинский проспект, дом 2. Приз. Ужин на двоих. Давайте отужинаем сегодня вместе. Приз от ресторана «Чувашия». Ужин на двоих. Вот, аплодируем. Счастливое число сегодняшнего выездного тиража. Поздравляю вас. Мы продолжаем игру. Давай, девочка, давай, милая, хорошая. Номер 59. Номер 59. Номер 38. Номер 38. Давай! Давай! Номер 61. Номер 61. Да. Давайте. Номер 85. Номер 85. Играем дальше. Номер 63. Номер 63. Номер 12. Номер 12. Номер 83. Номер 83. Номер 58. Номер 58. Номер 62. 62. Номер 62. Номер 26. Номер 26. Не забывайте зачеркивать в своих билетах. Номер 43. Номер 43. Сидите, сидите на своих местах. Номер 22, утята. Номер 22. Номер 49, 49. Номер 49. Давайте перемешаем бочонки в мешке. Номер 74. Номер 74. Внимание! Среди играющих билетов один билет имеет 29 совпадений из 30. А если у нас сейчас здесь на трибуне человек, у которого билет, в котором зачеркнуты 29 номеров из 30? Поднимитесь. Если нет... Мы продолжим игру. Давайте. Номер 90, дедушка. Номер 90. По-прежнему лидирует один билет. Номер 52.
Номер 52. Игровая ситуация не изменилась. Номер 47. Номер 47. Лидирует 3 билета. 3 билета. Может быть, один здесь есть на трибунах. Пусть испытается нам счастье. Есть? Нет, не вижу. Продолжаем игру. Номер 60. 60 ровно. Номер 60. Лидирует 6 билетов. Номер 64. 64. Номер 64. Лидирует 9 билетов. 9 билетов. Может быть, один из 9 сейчас появился здесь, на трибунах, у которого в билете 29 номеров из 30 зачеркнуты. Нету. Нету. Продолжаем игру. Номер 71. Номер 71. Лидирует 20 билетов. Ну, лидирует 20 билетов. Неужели нет одного из 20? Где вы? Есть, есть, есть. Есть. Где? А, вот, идите, женщина, спускайтесь вниз. Есть, есть, есть. Есть. О, иди сюда. Точно? Только все... Нет, не шутишь, да? Не шутит, серьезно? Ну где у тебя 6 номеров не зачеркнуто? Все... Во всем билете. Вот женщина, сейчас проверим. 29 номеров из 30. Куда пошла? Вот он я. Вот у нее все зачеркнуто. Ей осталось. Ну как все? 29. Да не 29. Да где же? Вот, вот это не зачеркнуто. Вот, 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 6 штук. Нет, нет, просто правил не знает. Правил не знает, к сожалению. Продолжаем игру. Номер 10. Где наша камера? Номер 10. Номер 10. Я прошу вас, смотрите, телезрители, радиослушатели, присутствующие на стадионе. Третий тур выиграл один билет. Его выигрыш 7584 рубля. Один билет выиграл, один билет уже выиграл. Кто вытащил наш счастливый бочонок? Вот, как вас зовут? Анатолий, чем вы занимаетесь? В Норильске. К нам гости из Норильска. Вот вам приз. Этот приз учредили торговый дом «Комфорт», один из крупнейших в городе Чебоксары, продавцов бытовой техники. Адрес торгового дома «Комфорт», улица Энгельса, дом 3. Ну что же, я вас от души поздравляю. В третьем туре вы вытащили бочонок, номером которого закончилась игра. Кто-то вот из выигравших навсегда запомнит вас, потому что вы удачу и счастье. Поздравляю вас. Будьте внимательны. Сейчас мы продолжим. Ну что ж ты так трясешься-то, господи. Сейчас мы продолжим игру. Дальше выигрывают билеты, в которых все номера будут зачеркнуты до окончания игры. Дайте мне, а то помру. Господи, а где же юбка-то у тебя? А чё ж ты без юбки? Так. Да. Так это вы, что ли? А чё? Вот он шел с той с трибуны. Ну надо же, а? Объявите номер билета, который выиграл в третьем туре. Компьютерная группа. Этот номер 20-20-810.
Телезрители, посмотрите, он просто очень долго шел. Но он здесь, среди нас, на трибунах. Сколько выиграл этот человек? Он выиграл свыше 7 тысяч рублей. Свыше 7 тысяч рублей. Давайте поздравим. Как вас зовут? Алексей выиграл. Вот, посмотрите, компьютерная группа объявила этот номер 00-20-810. Вот этот билет. У нас все всегда точно. Потому что наша игра народная, самая лучшая и самая выигрышная, честная лотерея России. Вот человек, который выиграл в третьем туре. Я от души поздравляю. Вручите ему, пожалуйста. А вот ему как раз этот человек и вытащил счастливый бочонок. Ну все, это теперь молочные братья на всю жизнь. Но мы продолжаем игру. Дайте нашему Алексею, пожалуйста, майку с логотипом телевизионной игры лотереи. Алексей, давайте вы начнете. Точнее, продолжите игру в четвертом и последующих турах. Зачеркивайте в своих билетах. И Алексей вытаскивает номер 11. Счастливый бочонок. Номер 11. Стоп-игра. Стоп-игра. Еще. Выиграл один билет. Его выигрыш 7585 рублей. Алексей, барабанные палочки. Это номер 11. Вот прям человек как-то вздохнул тяжело. Вы что сейчас чувствуете, Алексей? Удачу. Вот это так посещает человека удачу. Вот он вроде как бы совсем к ней, совершенно ко встрече-то и не готов. Но он вытащил счастливый бочонок. Это номер 11. Это барабанные палочки, которые 252 недели в руках у нашего постоянного ударника Александра Белоусова, который прилетел с нами из Москвы. Мы аплодируем тебе, Саша! Праздничная барабанная дробь. Александр Белоусов. Алексей вытащил барабанные палочки. Спасибо. Ну, естественно, дирекция «Русского лото» всегда вручает приз игроку, который вытаскивает счастливый бочонок номер 11. Это магнитола, да еще выигрыш более 7 тысяч рублей, да еще майка с логотипом телевизионной игры лотереи. Вот по-настоящему так выглядит просто счастливый человек. Вот смотрите на него и думайте, играть или не играть в «Русское лото». Мы продолжаем игру! Номер 28. Номер 28. Девушка без юбки, иди сюда. Иди сюда, милая. Стоп. Не бойся. Стоп-игра. Выиграли 3 билета. Выигрыши по 3371 рублю. Это просто у нее такая юбка, что ее не видно. Номер 3. Номер 3. Номер 3. Выиграешь в «Русское лото», обязательно юбку купи себе. Выиграл один билет, заметьте, один билет. Один билет. Выигрыш 10112 рублей. 10112 рублей. Дедушка, ну сейчас у нас прямая передача. Я потом после передач все правила объясню. Дедуль, ну я не могу сейчас. Номер 53, вот она. Номер 53. Номер 53. Номер 53. Стоп, это сейчас... игра. Стоп, игра. Вот. Выиграла 7 билетов. Их выигрыши по 1444 рубля. Очень хорошо. А вы вытащили счастливый бочонок 53 от фирмы Coca-Cola. Вам фотоаппарат и Coca-Cola. Я вас от души поздравляю. Счастливое число. Вот. Что, моя хорошая? Поднимите руки, кто уже выиграл на трибуне. Есть. Есть. Что вы там долго так делаете, а? Вы там что ищете-то? Ну, давай быстрее, у нас прямая передача. Номер 19. Номер 19. Где наша камера? Я показываю номер 19. Нашим игрокам всем показываю. Номер 19 вот там показываю. Здесь вам показываю. Всем видите номер 19. Зачеркивайте в своих билетах. Номер 19. Стоп-игра. Выиграла 12 билетов. Выигрыши по 843 рубля. Номер 73. Номер 73. Зачеркивайте в своих билетах.
телезрители, поверьте нам на слово. Вот я здесь вижу человека, которого одного из немногих знаю в Чебоксарах, пропустите меня. Вот, мы познакомились, это наш игрок, который много лет играет вместе с нами, я верно говорю? Мы познакомились в администрации, вот, пожалуйста, один бочонок из мешка. Номер 73, стоп-игра, выиграла 26 билетов, выигрыши по 388 рублей. Номер 20, номер 20. Номер 20, стоп-игра, выиграл 61 билет, выигрыши по 290 рублей. Поднимите руки, кто сейчас выиграл на трибуне, вот в этом туре, вот есть. Есть от души, вот еще девушка. Ах, не могу дойти до вас, дорогая, времени нету, давайте. Номер 27. Номер 27, стоп-игра, выиграла 97 билетов, выигрыши по 287 рублей. Вот вы сейчас выиграли, да? О, проверить, милый мой, у нас прямая передача. Вы, ну, конечно, давайте. Давай, очень хорошо, человек выиграл. Давайте предоставим ему право. Номер 23. Номер 23, стоп-игра, выиграла 184 билета, выигрыши по 206 рублей. Выиграл сам, принеси удачу товарищу. Номер 79. Номер 79, стоп-игра, выиграла 251 билет, выигрыши по 171 рублю. Дети, пропустите дядю. Разыгрывается последний тур. Последний тур, последний тур, будьте внимательны. Номер 5. Поднимите руки, кто выиграл сейчас, вот вижу. Поздравляю от души, поздравляю, дорогие мои. В последнем туре вот здесь выигравшие есть на трибуне. Операторы, покажите, помашите нам ручкой. Мы от души поздравляем вас. От души поздравляем. Номер 5, стоп-игра, выиграла 359 билетов, выигрыши по 148 рублей. Михаил Борисович, прошу отметить, что номер 5 – это счастливое число сегодняшнего тиража. Очень хорошо, идите к нам сюда. Кто вытащил номер 5? Кто принес удачу? Тот, кто выиграл сейчас последний номер. А вот, девушка, идите сюда, это счастливое, счастливое наше число. Может быть, одно из последних сегодня, хотя розыгрыш еще не закончен. Номер 5 – это счастливое, счастливое число для нас. Может быть, компьютерная группа нам объявит? Номер 5 в связи с юбилеем города – это подарок от администрации города Чебоксары. От администрации города Чебоксары? От Ванифатия Васильевича Шайкина, вот, лично вам подарок в честь 530-летия вашего замечательного города, номер 5, счастливое число. Ну что ж, дорогие мои, пришло время, компьютерная группа, будьте внимательны, наша тиражная комиссия, идите к нам сюда, нужно проверить, какие номера остались, я сейчас буду вот из мешка высыпать. На 81-м ходу игры наш розыгрыш закончен, в мешке осталось 9 бочонков. Я прошу нашу тиражную комиссию ознакомиться с тем, что осталось в мешке. Валерий Львович, проверьте, пуст ли наш боевой игровой мешок. Тиражная комиссия, будьте внимательны. Вот здесь, посчитайте, осталось в мешке ровно 9 бочонков. Все верно? Да, верно. Особенно я прошу налоговую полицию тут поближе. Инспекцию к нам поближе. Все правильно. Ровно 9 бочонков. Я называю номера, которые остались в мешке. Их зачеркивать не надо. Дети, оставайтесь на своих местах. Ты выиграл? Очень хорошо. Оставайтесь на местах. Дети, берегите детей. Берегите детей, родители. Не посылайте их так далеко к нам. Сюда. Номер 21 остался в мешке. Номер 24. Номер 25. Номер 37. Номер 39. Номер 55. Номер 57. Номер 75 и номер 77. По ним нужно проверить. Если хотя бы один номер в вашем билете остался незачеркнутым, значит, билет не выиграл. Мы желаем вам удачи в следующих тиражах, в том числе и в следующем нашем тираже, который пройдет в воскресенье ровно в 12 по телеканалу «Россия».
Теперь будьте внимательны, оставайтесь на своих местах. Мы начинаем розыгрыш нашего специального приза. Это автомобиль АК. Пропустите автомобиль АК. Я прошу вас забрать эти самые бочонки вот сюда, значит, их высыпать в мешок. Мешок забрать, потому что нам сюда нужно... Нет, наша тиражная комиссия, нам нужны ваши усилия, потому что мы сейчас начинаем розыгрыш автомобили по номерам купленных вам билетов. Вот здесь есть маленький мешочек, будьте внимательны. И проверьте, здесь у нас номера от первого, ну, можно с нуля начинать, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Я прошу наших операторов показать вот эти бочонки. Как вы понимаете, в каждом билете есть семизначный персональный номер. Я прошу вас, Олечка, возьмите наш демонстрационный билет, он нам сейчас пригодится. Обратите внимание, в каждом вашем билете семизначный персональный номер. Семизначный. Он расположен поперек билета. Вот Оля показывает. Переверните билет вот, вот так, можно его повернуть. Вот здесь, операторы, покажите, вот он семизначный номер. Я прошу нашу компьютерную группу объявить, как будет разыгрываться автомобиль. Так как максимальный номер проданного билета 74 999, то для розыгрыша третий от начала номера цифры в номере билета мы засыпаем бочонки от 0 до 7. Значит, я сейчас объясню вам то, что сказали математики. В продаже было 75 тысяч билетов, точнее последний номер. Первый номер это 0000000000 и последний 74999, правильно? 75 тысяч билетов поступило в продажу, и, естественно, мы должны учесть возможности всех. Значит, первые два числа в номере вашего билета это нули, два нуля, верно, посмотрите. Эти два нуля уже у всех сошлись, поэтому мы разыгрывать не будем. Сейчас мы будем разыгрывать третью цифру слева направо. Третью цифру. Она может быть следующего порядка. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Это верно? Потому что максимальное число 75 тысяч, то есть 74 999. Значит, мы сейчас разыгрываем от нуля и до 7. Я прошу нашу тиражную комиссию вот в этот маленький мешочек. Пожалуйста, показывайте, операторы. Вот прям по одному. 0. Показывайте. Валерий Львович, прям показывайте. Вот здесь 0. Вот 0 мы. Потом единичку туда. Так, двойку. Тройку. Четверку. Пятерку. Шестерку. Точка внизу. Семерку и все. Стоп. А 8 и 9 нам не нужно. Я же говорю, 75 тысяч. Два нуля. Третья цифра. Третья. Слева направо. Третья. Но это может быть 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Других не может быть. Вот, пожалуйста, посмотрите весь стадион. Третья цифра слева направо. Третья цифра слева направо. Вот сейчас нам понадобится какой-нибудь... Вот девочка, вот в синеньком, иди сюда. В синеньком, девочка, вот ее пропустите сюда. Девонька, в синеньком, иди сюда, моя хорошая. Давай, давай. Дядя тебе не хочет. Дядя ничего плохого не сделает, поверь мне. Оставьте мальчика в покое. Я говорю, девочка, она не хочет. Ну, не надо, не толкайте ее. Ой, плачет, киска моя. Как тебя зовут? Ну, давай, с мамой вместе. Как тебя зовут? Настя. Как? Настенька, ну пойдем. Пойдем вместе с мамой, чтобы она не испугалась. Идемте вместе с нами. Вот сейчас мы Настю вот сюда. Я думаю, мы доверим девочке. Пусть она вот даже не знает вообще, куда попала. Пусть она сама и вытащит. Мы сейчас разыгрываем третью цифру в номере вашего билета. Все понятно? Можем. Настенька, вы объясните, что один бочонок, пусть она вынет из мешка. Можно? Ну, не плачь, Настя, ну что ты, все будет хорошо, давай. Номер 5, правильно, кто-то крикнул, 5. Номер 5. Значит, 2-0-5, оставайтесь на местах. Ну, куда же вы пошли такие нетерпеливые, зачем? Посмотрите, номер 5.
Поднимите руки, у кого пока все сходится. Видите, сколько участников нашей игры, у которых все в порядке. Давайте. Дальше мы разыгрываем четвертую цифру. Эта цифра может быть любой от 0 до 9. От 0 до 9. Вы сказали 75 тысяч. Совершенно верно. Но так как это пятая. А, пятая, да. Ну, значит, пятая. Это действительно дальше могут быть все числа. Понятно? Пожалуйста, все числа туда. От 0 до 9. На, сейчас, подожди. Ну как ты? Все в порядке, что ты плакала? Все хорошо? Все же нормально, все наладилось. Жизнь-то налаживается, Настя. Все хорошо. Наша компьютерная группа, будьте внимательны. Давайте. Так, хорошо. Вот в этом мешке сейчас числа от 0 до 9. Значит, пока выигрышный билет выглядит так. 0-0-5. Верно? Настя, продолжай работать. Один бочонок из мешка. Номер один. Поднимите руки, у кого пока все сходится. Номер один. У кого пока все сходится. Хорошо, нетерпеливые сразу побежали. Я прошу, дайте мне, пожалуйста, игрушку для Насти. Да, давай, Настенька, давай, вот зайчика, давай тебе. Мы тебе сейчас дадим зайчика. Вот, держи. Все, я же сказал, жизнь налаживается. Мама, давай, бери зайчика, идите на трибуну. Вот, все хорошо. Ну, давай, можешь даже улыбнуться. Спасибо большое, спасибо большое. А сейчас мне нужен мальчик. Мальчик, вот, иди сюда, мальчик. Мальчик маленький, маленький мальчик. Ну, какой же он маленький-то ему. А, вот, иди сюда, мальчик маленький, иди сюда. Как зовут тебя? Никита, иди сюда, Никита. Мы продолжаем розыгрыш. Пока наш выигрышный билет выглядит 2-0-5-1. Сейчас Никита вытащит нам. Перемешайте, пожалуйста, там. Перемешайте. Мы приближаемся к розыгрышу автомобиля АК. Вот так вот, Валерий Львович уже все знает. Давай, Никита, один бочонок из мешка. Можешь? Совладаешь? Давай. Номер восемь. Номер восемь. Номер восемь. Поднимите руки, у кого пока все сходится. Есть такие? Идите сюда. Спасибо, Никита. Спасибо, дружок. Нам осталось одну цифру определить. Нет, две. Две еще. Никит, тогда ты нам помоги. Вот тебе обезьяна. Давай еще. Вот заулыбался сразу. Давай еще одну вытащишь. Перемешайте еще раз в мешке, вот так все переверните, вверх тормашками. Никит, любую первую попавшуюся, от тебя все зависит, но ты не понимаешь, что ты делаешь сейчас. Номер восемь, еще одна восьмерка. Номер восемь, осталась последняя цифра. Итак, те, кто претендует, спасибо, Никита, ты иди на трибуну к маме, спасибо тебе большое. Значит, те, кто сейчас претендует на автомобиль, осталось ровно 10 человек во всей Чувашии. Понимаете, да? Есть ли на трибунах люди, у которых все номера сошлись, кроме последнего? Идите ко мне сразу. Мы сейчас проверим. Компьютерная группа, повторите, в каком порядке расположились номера? 2-0-5-2-0-51-88. 2-0-51-88. На трибунах хотя бы один человек есть, у которого в билете номер 2-0-51-88. Есть? Есть, давайте идите к нам сюда. Скорей, скорей, скорей. На самом верху идите сюда. Не может идти? Ну, принесите его. Нет, билет только ему давайте. Билет, да, давай. Быстрее, быстрее, быстрее. Передача прямая. Есть еще? Еще есть? Таких человек сейчас в Чувашии ровно 10. Ровно 10. У них есть... Почему? 0, 1, 2, 3, 4 и до 9. Посчитай, сколько номеров. Конечно, 10. Последнее число разыгрываем. Есть еще. Помашите ручкой. Есть? Идите к нам. Пока одного парня вижу. Вот еще один есть. Пожалуйста, телезрители, посмотрите. Билет. Его номер. Сейчас покажу. Читаю. 2-0-51-886. Вот для того, чтобы выиграть АКУ, вам нужно шестерку. Пожалуйста, покажите сами. Вот еще есть у вас.
У него что-то много. Ну как, смотри, давай. Где парень еще был? Давайте, давайте, идите сюда. Мальчишку пропустите, пожалуйста. Передайте мальчика сюда. У него есть два билета. 2051-889, 2051-888. Здесь обладатель двух билетов, претендующих на АКУ. Пожалуйста. Эти остальные, нет, не участвуют. Еще один есть. О, видите, вот что значит покупать билеты прямо у распространителя подряд. И еще 887 у него. У вас сейчас. Вот ваши три билета, держите их в руках. А здесь 2051-880. Вот у нас здесь есть. У нас здесь есть. Пожалуйста, встаньте в ряд. Пожалуйста, покажите свои билеты. Вот смотрите, из 10 человек, которые претендуют на АКУ по всей Чувашии в Чебоксарах, есть 1, 2, и здесь у вас 3 билета, которые претендуют. Значит, вам нужно какую цифру? 7, 8 и 9. Тебе нужен 0, а вам 6. Человек очень, я прошу, только не волнуйтесь, очень бледный. Ну, правда, сейчас еще тут упадет в обморок, не надо. Ну прямо на окей повезем туда. Ну вот, как вы решите, кто тащить будет? Как вы считаете? Нет, если как вы считаете, как вы хотите? У вас какое мнение? Потому что кто-то из вас может выиграть, или кто-то еще, кого здесь нет на стадионе, у кого билет заканчивается. Значит, у вас 7-8-9. Если 7-8-9, то выигрывает, как вас зовут? Владимир. Если 0, то выигрывает Леша. Если 6, то выигрывает теряющий сознание Иван. Значит, давайте решим, как вы хотите. Жребий, кто-то из вас? Нет, вот он говорит, три билета у кого. Ты не против? Вы не против? Нет, чужого. Пусть. Вот он говорит, вы сами потянете? Хорошо. Давайте, перемешайте, пожалуйста, тиражная комиссия. Ну вот, а вы хотели уйти. Тут решается судьба автомобиля. Если пойдете пешком, не расстраивайтесь. Мы разыгрываем машины каждый месяц в праздничных наших тиражах. Ну, не волнуйтесь. Вот он. Как вас еще раз? Володь, да? Володь, перемешать давайте. Хотите вы перемешать, пожалуйста? Только мешок не порвите и не рассыпьте. Не хочешь мешать. Давай, все, хорошо. Так. Ну, конечно, я говорю, всего таких человек 10. Потому что от 0 до 9... У вас 3 билета, у вас 1, еще раз говорю, вам нужен 0, вам нужно 6, 7, 8, а вам, нет, 7, 8, 7, 8, 9, а вам 6. Ну, смертельный номер. Телезрители, ну, поаплодируйте человеку. Смотрите на трибуны и одной рукой тащите бочонок. Три! Номер 3. Своя рука, Владыка. Не расстраивайтесь. Номер 3. Итак, номер выигравшего билета. 2051-883. 2051-883. Дорогие телезрители, позвоните в местное отделение «Спорт Лото». Позвоните нам, сообщите. Ну что же, дорогие мои, я от души, во-первых, поздравляю вас. Давайте вручим наши призы ребятам, чтобы они не расстраивались. Вам валидол нужен, у нас валидола нет с собой. Я прошу мне на мою папку. Ну что ж, дорогие мои, наш тираж в Чебоксарах подходит к концу. Мне хотелось бы от души выразить искреннюю благодарность всем, кто нам помог в проведении этого тиража. Администрации города Чебоксары, Министерству по физической культуре и спорту, телевидению, нашим коллегам с чебоксарского телевидения, радио «Эхо Москвы». Мы провели замечательную передачу в эфире газете «Чебоксарские новости» и акционерному обществу «Форд Диалог»,
который предоставил нам компьютерную технику. Мне хочется пожелать вам от души. Будьте здоровы, счастливы, играйте вместе с нами каждое воскресенье ровно в полдень на телеканале «Россия». Всего вам самого наилучшего, удачи, счастья и процветания вашему вечно молодому 530-летнему городу! Внимание присутствующих! Потерялся маленький мальчик! Зовут Валера! Пожалуйста, подойдите к столу!